Общественная организация «Пульс Краины» совместно со спортивным клубом «Спарта» организовала открытые тренировки в парке. Мы организовали их для того, чтобы привлечь молодежь, деток к спорту. Детки, они в принципе восприимчивы, и увидев, как спортсмены тренируются, могут впечатлиться, попросить своих родителей, чтобы их привели в этот клуб, ну и к спорту, скажем так, привели. Вот, поэтому это только во благо и для того, чтобы спорт развивался. Дорогие земляки, бойцовский клуб «Спарта» приглашает вас на тренировки по фрифайту и ММА, а также грэпплингу. Тренировки проводятся у нас в помещении «Славутой Чуды Украины» по адресу Конституции 32/33 с понедельника по пятницу с 3 часов до 21. Приходите, не пожалеете. Становитесь сильнее и здоровее. Удачи!